Добрый день, я Александр Красников, и сегодня мы хотели бы вам представить кухонные ножи от Александра Чебуркова. Сразу должен оговориться, что ножи, которые мы показываем, это, наверное, больше относится к хорошему подарку для человека, который проводит на кухне достаточно много времени. То есть для истинных поваров или для тех, кто любит готовить дома. Сразу хочу отметить, что исполнение у этих ножей подарочное. То есть, возможно, варианты изготовления этих ножей, ну, в комплект входит три ножа, да, возможно, изготовление ножей в карельской березе, вот, либо в стабилизированном дереве, красностабилизированное дерево. В итоге мы получаем достаточно красивые изделия. Но, хотя это и подарочный набор, но он будет его по достоинству оценит любой повар. Исключительно красиво, аккуратно сделанные ножи. Давайте посмотрим их поближе. Большой нож. Естественно, нож сделан цельнометаллическим. Да? У ножа сделаны вогнутые спуски. Очень качественно обработан сам металл. Здесь, вот на этом ноже, можно очень заметить, видите, даже вот металлические украшения сделаны очень аккуратно. Здесь мы видим аккуратную гравировочку. На обухе ножа сделан небольшой скос. Средний нож. Вот. Ну и малый нож. Все эти ножи вот размещаются вот в такой аккуратненькой подставочке. Соответственно, каждый нож мы можем аккуратно здесь разместить. Давайте посмотрим, как эти ножи режут. Ну вот, берем любой нож, да, и смотрим, что у нас получится. Вот в руку ложится приятно. Вот, вы знаете, не всякий нож берешь в руку, и в руке он прямо вот ложится как влитой. У меня средний размер руки, и я могу сказать, что вот и подойдет этот нож для руки, который примерно, ну, достаточно большого размера, крупного, то есть есть целый сантиметр, да, для того, чтобы есть запас на рукояти, в длине рукояти, чтобы нож хорошо сидел в руке. Ну, соответственно, рез ножа, вот он. То есть, как бы, ножи, ну, очень качественные, хорошие рабочие ножи. Сделаны из быстрореза, из стали Х12МФ. Вот. Ну, эту сталь Александр Иванович Чебурков очень любит, потому что она обеспечивает отличный рез, хорошо держит заточку. Вот. Ну, единственное, что она требует ухода. Такие ножи не стоит бросать после того, как непомытыми, после того, как порезаны, например, цитрусовые. То есть их стоит протирать. Ну и, конечно, ножи в таком исполнении не очень любят посудомоечную машину. Вот. То есть, ну, как бы, приятно такие ножи взять в руку, да, приятно ими работать. Вот такой подарок вы можете сделать своим друзьям или себе. С вами был Александр Красников. Оставайтесь с нами.